Хе-хе-хе, всем привет, с вами Дис, и я продолжаю играть в Майнкрафт у себя на карте с модами. Сделал небольшой перерывчик для себя, так как лень снимать видео, вообще просто лень, не представляете, как лень. Тут у нас до сих пор переделывается гивей еще с прошлого раза. Этот прошлый раз был неделю назад, конечно, но неважно. 30 материй у нас собрано, и что? Мы начнем делать сегодня, ну, вряд ли уже начнем, но хотя посмотрим, что нам для этого нужно. Гравитационный нагрудник. Совершенный мультипак. У нас улучшенный. Из него можно сделать совершенный? Скажите мне. Можно. 6 мультикристаллов, суперпроводник, иридиевая пластина. Так. Нужно, значит, получается 7 алмазов. Достанем еще торф отсюда, потому что там в двигателях кончился. Этот самый торф. Вот здесь вот. Потом проверим наш карьер. Ну, еще сюда заглянем. Тут 31, тут 28. Истощается запас. И это хорошо. Тут у нас что? 51, 51, отлично. Тут у нас что? 28. Ну и хватает, в общем. Тут у нас вода разлита, что плохо. А копает он. Ну, пойдет, короче, все. С этим закончим. Тут у нас что? Тут у нас иридий. Ну, давайте сделаем вместо иридия все-таки. Алмазы потом еще придут. Пока будем иридий делать из всей материи, которая у нас есть. Так, 4 иридия нам пойдет. Я думаю, компрессор. Вот так вот. Это вот сюда и вот сюда. Потом, алмазной пыли у нас, как всегда же, нету. Насколько я знаю. Да. Поэтому ничего пока что. Освободим наш инвентарь и пойдем, наверное, искать алмазы, что ли. Пока у нас тут будет генерироваться материя, подаваться энергия, тратиться энергия, копать карьер. И все в этом духе. Так, листву тоже нужно нам сплавить, в смысле, утилизировать. Только тут у нас земля пока идет, поэтому вот сейчас эта земля придет и сразу посмотрим, что у нас накопал карьер. Те золотые руды. И сможем сделать один алмаз как раз. Окей. Вот так вот, потом его мы дробим. И полученную алмазную пыль вот так вот используем. Для создания иридиевой пластины. Так, у нас есть еще один торфяной двигатель, чтобы поставить его для увеличения мощности. По-моему, нету, поэтому не будем ставить. Нам потребуется еще куча-куча алмазов, но думаю, к этому времени у нас уже карьер дойдет до слоя с алмазами, и нам хватит того количества, которое он у нас найдет. Итак, иридиевая пластина здесь, 6 мультикристаллов, суперпроводник и наш мультипак улучшенный. Окей. Дальше. Порох выкинем, нити выкинем, потому что у нас подберутся они в рюкзаке охотника. Вот. Тут у нас слизи полно еще. Нужно слизь еще отсюда забрать. Вот так вот. Обсидиан. Адский камень утилизировать надо будет. Это тоже. Кто? Гриль? Мне показалось вообще, что гриль называется. Ой, извините, слизь, не буду эти утилизировать. Так, что с тобой можно сделать? Скажите-ка мне. С тобой можно что сделать? Так, можно сплавить себя, получить латекс. А можно в экстракторе сразу две резины. Если сплавить в экстракторе, это будет три резины. Что выгоднее, конечно же. Так. Да чё ты... Неудобно.
это сплавим. Давай, успеешь. Ты успеешь еще. Отлично. Потом листву будем еще утилизировать. Но пока этого хватит. Так, это у нас в сундук пойдет, пускай. Обсидиан сверху пускай будет. Где-нибудь вот тут обсидиан. Блоки травы как раз. А с камни мы сейчас переплавим. В смысле, сутилизируем. Да. А факелы у нас есть. Все сделаем. Сделать их несложно. Так, грибочки, цветочки. Одуванчик. Нифига не знала, что это одуванчик называется. Мы сейчас утилизируем. Ну и пойдем добывать ресурсы. Только сначала возьмем еще с собой шахтерский лазер. Да. А вот это все добро сложим вот сюда. Вот прям здесь это все и будет. Мы хотели еще бородавки в столе Таункрафта использовать. Посмотреть, что будет, в общем. Хотели? Думаю, этим тоже по пути займемся. Ой, сколько у нас тут хлама. Не успел, конечно же. Конечно, конечно. Нужно вот сюда еще всунуть гивеи. Сделать из них факела. Вот таким вот образом. Получили факела. Извините, что я сегодня какой-то спокойный, тихий, но не знаю, потому что неохота снимать, как я уже сказал, но что-то снять нужно, потому что вы просите, 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 и мне просто некуда деваться. Именно поэтому и записал эту серию. Так, получается, что нам нужно сейчас эти рычаги убрать тоже вот сюда. Листочки туда сложим. Желтые красители сутилизируем. Это все тоже сутилизируем. Электросхема вот сюда пойдет. Мозги зомби. Ой, пускай пока здесь будут. Ну и вроде бы все. Ну, электрокраник оставим здесь, конечно же. Сурик оставим здесь. Так уж и быть. Ну и все. Это утилизируем. Да, утилизарье выпадает, это хорошо. Кстати, знаете, можно какую ферму сделать? Я тут подумал, такую хорошую тоже можно сделать ферму. Утилизарье, в смысле. Берете деплоер, вроде бы это называется, из Red Power, который правой кнопкой мыши делает на блок, который смотрит. Сосовываете в него костную муку и на землю пускай тыкает. И так тыкать, тыкать, тыкать будет. Раньше ферму EMC с помощью этого делали. А теперь можно, пока EMC еще не добавили, делать вот так вот ферму тельсырья. Также потом в автоверстаках переобразовывать их в красители. И этот, ну, вы поняли? Уже утилизировать. Вот, забыл слово. Ну, что-то будет, нет? Огонек вышел, хорошо. Сколько мы истратили, могли просто адский камень стратить. Ганпаудер. Что же это может быть? Интересно. Наверное, все-таки это может быть порох. Вы не думаете? У нас же был порох с собой, блин. Я думаю, это порох. Интересно. Ганпаудер. Что же это может быть? Ну, я думаю, что порох, по крайней мере. Верно. Пермутатио. Что такое может быть? Пермутатио. Давайте посмотрим. Может быть, у нас что-то есть с собой? Такая стрелка в две стороны. Тут нету. И... тут также нет. А жаль. Ага. Жалко, жалко, жалко. Давайте сутилизируем. Нет, ничего не будем утилизировать. Адский нарост мы вот сюда вот сложим.
Хлеб будет у нас и яблоко у нас, чтобы кушать. Остальную древесину также вот сюда складываем. Резину забираем и на второй этаж. Нет, не на второй этаж, в автоверстак. И все. Но спим, ладно, уже спать нужно. 10 минут прошло, значит, с начала серии. Ну или 15. Ну, скорее 10, чем 15. Потому что мы бы успели в шахту сходить. И сейчас вы слышите мои обильные крики. Смотрите. Вот так. Эх, тихо все. Давайте, давно я здесь не был, проверим, что у нас здесь творится. Кстати, да, поставил здесь еще чайник лоудер, чтобы он дома у нас все работал. Но это я давно поставил. Он русский вроде бы, кстати, уже, да. Ты справляешься. 105, 100-500. Скоро, наверное, сделаем. Хотя, нафига это нужно? Кстати. Так. У нас подается лава. Я вспомнил, что мы еще должны сделать сегодня. Не уходим никуда. Сначала поспим. У нас, как вы помните, есть телепортационная труба. Она даже у нас стоит наверху. А, вот здесь вот. И никому не нужна. Это я узнал из видео, которое мне прислали для конкурса. Что вот эта штука... Нет, не глюч, пожалуйста. А, ты что, не прицепляешься, что ли? А, ну да. Тебе же нужна еще одна труба. Чтобы эта штука может... перемещать лаву. То есть лава в центрифуге преобразуется в очень крутые вещи. И это хорошо. И поможет мне. Энергия к этой штуке у нас подведена. И давай. 5 у нас, по-моему, было. Да. Лава пошла. Вот здесь будет у нас идти лава, а энергия должна подаваться. И, по-моему, все. Или что там еще нужно? По-моему, из обычной лавы. Что это такое? Капсула с сметаном. И всякой еды. Прикольно. Из обычной лавы, по-моему, там можно что-то интересное сделать. Вот обычная лава. И все, больше ничего не нужно. Лава уже есть. Энергия подается. Думаю, ты начнешь работать. Нет? Ну, пока поживем, увидим, пока так оставим. Это дело все в том, что у нас здесь лавы подавно хватает, и все эти геотермальные генераторы у нас уже давно полные. Именно поэтому я тоже подумал, нужно куда-то лаву еще девать. Так что вот. Но вроде бы все необходимо у нас уже с собой. И шахтерский лазер тоже, давайте. Так, сначала настроим его. Сори. Так. Low focus. Long range. Горизонтальный. Давайте горизонтальный. Aiming angle to steep. Окей. Неудобно будет копать, конечно. Давайте не сделаем такой. Сделаем скатер. Ой, не то, конечно. Ой, что это у нас здесь? Мы тут копали, похоже. Но пойдет нам... Ух ты! Ё-моё! Так. Крипер взорвался. Нам почти пофиг. Так, факелы. Тут у нас заброшенная шахта и по-любому спавнер. Да, вот и спавнер. Ты не успеешь заспавниться, пожалуйста. Нет. Нет, успел, конечно. Но я вас убил. Все. И мне еще с ядом справляются. С шлем. Удобно. Так, он сломает всегда одинаково. Сломаем эту паутинку. Правда, нафига нам нить. У нас и так ее полно. Но свалились мы, короче, сюда. Но неважно. У нас есть лазер, у нас хорошая броня. Нам ничего не страшно. Только как выбираться будем? Надо было джетпак с собой взять, конечно. Но блоки у нас с тобой есть. Так что не беда. Только вот что я с этим дропом? Так. Ай, бьют. Бьют. Вот так вот. Прикольно, не правда ли? Мне нравится этот режим. Я буду так копать. Так, у нас уже 16 уровень.
И по идее здесь уже должны быть алмазики. Обыкновенные такие алмазики. Кирка на удачу у нас с собой. Будем копать. А вот что-нибудь да найдем. Ставим за собой факелы. Чуть вверх нужно подвинуться, на 10 уровне. Поищем. Вот так вот. Теперь ходим, смотрим. А вот что-нибудь да найдем. Думаю, конечно же, мы найдем. Так, у нас нифига не тратится. 93% запас энергии еще. У нас дурацкое олово, и все. Дальше снова камень. Я вот не знаю, что говорить, когда копаешь. Просто вперед. Даже с быстрой такой киркой, можно сказать. Это же как кирка ведь считается в Майнкрафте-то. Потому что мы просто копаем. Просто идем вперед и все. Просто идем вперед. Идем вперед и все. Кстати, у нас уже два алмаза новых образовалось, можно сказать, потому что 5 золотых руд. Это 10 порошков. И это 2,5 алмаза. А значит, еще 2 иридиевые пластины. И это как раз то, что нам нужно. Хотя нет, не 2 иридиевые пластины, нам нужно еще 14. Ух ты, ну-ка ты быстро копаешь обсидиан, интересно. Нам нужно еще 14 материи для... Чего? Для иридия. Кстати, у нас квантовый нагрудник не был одет, поэтому у нас плохо все защищено было. Но, несмотря на то, что мы даже упали, мы не повредили себе ничего. Но из-за того, что взорвался крипер, мы не поглотили его урон. А так бы поглотили. Так, копаем еще вот ниже. Вот здесь вот будем копать. Ну, зачем нам сейчас квантовый нагрудник? Вот так вот оденем. И пойдем дальше. Но почему только вот алмазы не ищутся? Я хочу алмазы. Думаю, стоит применить вот эту вещь. Ха. Увидели, что я сделал? Я во все стороны по штук 20 лазеров понапускал. У нас сейчас все в булыжнике будет. И уже все в булыжнике. Но все оставшиеся алмазы мы подберем. То есть киркой на удачу пройдемся. А все, что подберет наш лазер, то мы тоже подберем, естественно. Но он же без удачи ломает. Так что... Ну это лучше, по крайней мере, чем то, что мы делали до этого. В граве отдельное приглашение нужно. Гравию. А, лаги. 18 FPS. Дропа много. Не люблю, когда много дропа. Лаги, потому что начинаются, как сейчас, например. Давай. Мы весь инвентарь себе уже запланили этим булыжником. Прям вообще. А, нужно, можно же вот так вот сделать. Так, я этот... Из игры вылетел нечаянно. Не вылетел? Альт-ап нажал, у меня там альт... Ну, вы поняли, альтап, в общем, я нажал. Вас больше не станет, так что бессмысленно собирать вас киркой на удачу. Поэтому так. 30 FPS у нас, а лаги почему-то до сих пор. Ну, сейчас уже не 30, сейчас меньше. Гораздо, но лаги все же есть. Ладно, зачем мы все-таки столько дропа сделали, не понимаю, но алмазов мы так и не нашли. Зато у нас полным-полно-полно булыжника. Полным-полно. Мне кажется, это бессмысленная задумка. Бессмысленная идея ходить вот так вот. И самого все копать. Лучше найти пещеру и там все необходимое для себя взять. Но вот только... Как это сделать? Ну-ка, там нет ничего. По крайней мере, здесь опыт. А значит, что-то рушилось. Но я не знаю, что. Тут тоже полно всего. Вот так вот стрельнем.
Вы, конечно, нифига не видите. Ну-ка, настройки, графики, ярко. Но тем не менее. Так, добудем лазурит киркой на удачу. Потому что лазурита всегда мало. Вот так. А булыжника всегда много. С помощью Inventory Twix все это убрали мы. Вот этим будем закрываться. Так. Ты еще собираешься. Все, убрали. Бессмысленная серия, конечно. Полностью бессмысленная, так как мы нифига не добыли. Но просто так на базе сидим. Ждем, пока у нас генерируется материя, прокопается карьер. Но нифига интересного не происходит. До сих пор. Мы даже алмаз не нашли. Хотя так хотели. Но зато что мы сделали? Мы нифига не сделали, зато скоро должны что-то сделать. По крайней мере, теперь у нас центрифуга должна за энергию делать всякие ресурсы от лавы. Это хорошо. Теперь осталось только прокопать вверх. Так, тут капает лава. Я думал в ней покупаться, но так как что-то мне сегодня неохота, не хочу купаться. Думаю, мы обойдем эту лаву. Окей, не обойдем, извините. Так. Окей. Так. Ух ты, ух ты, ух ты. Вылетает и вылетает лава, смотрите-ка. Давайте без лавы вместо мне. Тут ее полно. Ну-ка, может быть, что-то интересное найдется. У вас нет ничего интересного тут для меня? Нет? Тогда я иду вверх. А, вернусь, когда буду выше. Так, иди отсюда. И ты иди. Так. Я нашел какую-то шахту, может быть, повезет. И какая-нибудь фигня. Например, в этом сундуке попадется. Нифига. Так, возьмем хлебушек. И все, больше мне ничего не нужно. Тут у нас спуск, а спуск нам не нужен, потому что все, уже перестали мы алмазы искать. На ком я? На 41 уровне. И продолжаем копать выше. О, смотрите-ка, смотрите. Ух ты, блин, пугаешь меня, козел. Отвали отсюда. Смотрите. И вот так вот сделал, я забрался. Удобно. Так, где наш дом? Наш дом... Наш дом... Вон там. Бежим туда. И нужно уже спать. И, думаю, заканчиваем серию на этом. Посмотрим, что нас ожидает дома. Как наша центрифуга справляется. Вдруг она уже начала там вырабатывать для меня нужные мне материалы. Посмотрим. О, кожаные броня. Так, мы уже практически дома. И вот мы уже практически дома. Практически дома. Практически дом. Ух ты, ё-моё, блин, зачем я так сделал? Ну ничего, сейчас все будет. Сейчас все будет, сейчас все будет. Черт. Не сейчас все будет, сейчас. Ну сейчас, 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 сейчас будет. Смотрите, смотрите, смотрите. Смотрите, как я умею, смотрите. А вот так вот. Карьер за нами сейчас уберет, а мы ложимся спать. А тут у нас что? Тут началось производство. Отлично. Ой, извините, я тут скрипнул стулом нечаянно. Нужно будет новое кресло покупать, хотя... Не хватит пока денег. Или хватит, не знаю, не смотрел. Сколько стоит кресло? Но узнаю потом, наверное. А, давайте дробим наши блоки золотой руды. Вот так вот. Плавим их. Еще забираем отсюда 50 резин. А, 48. А, по одному же. Да, 48 резины.
еще добавляем. Тут у нас, как видите, готовится. Прикольно тут все отображается. Но готовится крайне долго. Посмотрим. Вот, смотрите. 16 меди, 8 олова, 6 электрума, 1 вольфрамовая пыль. Электрум нужен для чего? Электрум нужен для изготовки, по-моему... Да, стекловолокна. Получается 8 штук. А так 4 обычно, как видите. Серебряный сплав. Блин, я ошибку допустил. Серебряный с одной энджи. Вы чё? А вольфрамовая пыль нужна нам для приготовки чего? Капсулу с вольфрамом. Вольфрамового сплава. А он для всего нужен. Ага. Как еще тебя можно сделать? То есть вольфрамовый сплав нужен в любом случае. А вот эти схемы управления нужны для... Для чего там нужны? Нам точно не нужны. Потому что... Компьютер, который сейчас мы, может, найдем. А, ну и для суперконденсатора вроде нужно. Вот для энергоранс. Нет, и мы его не будем делать. По-моему, для суперкомпьютера вот этого нужно. В общем, потребуется. Так что не зря мы это все делаем. Ну что ж, бессмысленная серия прошла. Подходит на концу. Точнее, уже подошла. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу и читайте мой твиттер. Ставьте лайки, если не хотите больше таких бессмысленных серий. Но играйте на моей сборке, чтобы на ней поиграть. Достаточно просто найти видео Industrial Adiza версии 3.1 на канале и, ну там, по ссылке из описания скачать и играть. Вот, все очень просто, там... Даже кто-то не умеет ставить мою сборку, я офигел. Ну, чё, как там можешь не поставить? Наоборот, я самый легкий процесс установки сделал. Там же все есть. В архиве папка. Папку распаковывайте куда хотите. В папке два файла. Запускайте, что вам нужно, и готово. Не нужно там искать пути свои, еще что-то. И там все очень просто. А вы ищите, наоборот, сложные пути. А, кстати, ну-ка. Сколько у нас здесь осталось? По-моему, уже кончилось, да? А, нет, еще есть болотная земля, отлично. В общем, вот так вот. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу, читайте твиттер, как я уже сказал. Да. Пока.